Богдан, как мы рады вас видеть здесь опять, в парке Горького. Расскажите, почему вы так долго отсутствовали? Я ездил в Польшу на заработки, работал там губернатором, смотрел детей, стариков, смотрел, ухаживал за ними. И хоть отдохнул я в Польше. Всем привет, подписчикам. Я в Харькове. Вчера приехал в Харьков. Мы очень рады. Спасибо вам большое за интервью. Ждем вас на танцполе. Мы соскучились за вами. Еще раз передайте, пожалуйста, привет подписчикам. Они тоже скучают. Всем привет. Было недавно день рождения. Да, у меня недавно день рождения было 19 февраля. Поздравляем вас с днем рождения. Спасибо. Всегда, чтобы были всегда таким красивым. Вы так помолодели. Спасибо. Подтянулись. Спасибо. Стали очень интересным молодым человеком. Спасибо. Хотя и были таким. Но мы очень рады вас еще раз видеть. Пожелайте что-нибудь нашим подписчикам. Здоровья, удачи и мира над головой. Спасибо вам большое. Спасибо за интервью. Ждем вас.